Всем привет! Сегодня опять буду ловить бирша. Наметил для себя новые участки реки. Там пупок. Этот пупок попробую пробить балансиром, посмотреть, окунь есть, нет. И рядом свал на 9 метров. Вот туда поставлю поставушки. На бирша, судака. В общем, кто возьмет. Погода сегодня замечательная. Такой легкий ветерок. Снега нет. Но идти немножко проблемно. Ну, покажу, куда я иду. Примерно куда я иду. Это сзади город. Там наверху. 5 человек сидят. Ну, там около баржи парнишка раз. Парнишка садится, да. Ну вот, как-то так. Сейчас начал выставлять поставушки. Одну поставил, вторую поставил. Глубина примерно 10 метров. Ну, во всяком случае, по карте глубин 10 метров. Вот. Народу никого нет. Ближайший человек где-то метров за 400 сидит. Вот что мне в таких рыбалках нравится, то что тебя никто не обуривает. Сидишь один, все тихо, спокойно. Вот. Как-то вот так вот. Тройнички, почему тройнички использую? Тут вот маловато немножко, надо поменять. Почему тройнички использую? Потому что за поставушками как бы смотрю, но не всегда нахожусь рядом, чтобы рыба просеклась получше. Потому что поставушки для меня как бы не основной вид ловли. Больше привык ловить на балансир. И поставушки поставил, и так где-то вокруг по мелякам ходишь, крутишься, там окунь ищешь. Вон разделся, сейчас шел, фуфайку сбросил немножко, чтобы остыть. Ветра нет, я говорю, погода просто замечательная погода. Рыба не должна, а обязана просто клевать. Вот эти дурацкие картошки. Дурацкие картошки. Сейчас, наверное, три. Четвертый тоже сейчас поставлю сразу тогда. Четыре поставушки и одна в руках. Пятая. С балансиром. Дошла тоже. Тоже втыкаем. Опа. Тяги нет. Во всяком случае, 18 грамм пока не тянет. С утра решил с нордиком побегать, но нордик четверка, 12 грамм, вот такой практически безотказный балансир, окунь хорошо берет. Вот. Тут сейчас начал подниматься с 7 метров на бугорок, потом попробую бугорок если войти. Вот. Между лунками где-то метра 3 и перепад уже такой тоже. Метра 2. О, это хорошо. Это есть хорошо. Посмотрим, кто здесь живет. Вроде никто нигде не двигается. Сейчас поставушки. Никого нет. Проверить надо тюльку. Потому что уходил, там крутился. Пытался окуня найти. Пробурил 24 лунки, специально посчитал, посмотрел. Никого не нашел, блин. Опять закосячил. Лунку пробурил. Прямо надо. Блин. Чуть-чуть под углом надо было. Крючок цепляется за край. Блин.
за край лунки цепляется. Стежку потом поменяем. Ну, тюлька целая, чистая. О, грязи нету, грязи. Самое главное, грязь не плывет. Потому что в прошлый раз, когда был, тягу дали, блин. Столько грязи шло. Просто капец был полный. Тюлька моментом забивался. Свежий. Опа, опа. Садим свежую. Опять пойду сейчас гулять там. Еще участок посмотрел. Тоже свал. Пойду свал разбуривать дальше. Может, там что-то будет. Вот. Тяга есть, хорошая тяга. 18 грамм чебурашку тянет. Оттягивает. Потянуло. Нет, сейчас поменьше дали. Посильнее тяга была. Убавили немножко. Потому что прям задувало сразу. Чука таяла. Тепло. На улице тепло, хорошо. Ветерок сейчас чуть-чуть поднялся. А так погода вообще замечательная. Вон внизу лунка еще. Солнца нет, не видно ничего. Старые лунки не видно. А солнышко выходит, все видно. Все бугорки становятся видно. Сейчас пойдем все это. Сейчас. Проверим еще две. Здесь тоже ничего нет. Леска цветная, на льду видно хорошо. Хожу, окучиваю глубины 4-5-6 метров. Сейчас на 3 метра поднялся. Балансир молчит, как говорится. Полная тишина. Пустовушки бросил, ушел где-то от них метров на 300. 250-300 метров от пустовушек ушел тоже, блин. Крутился-крутился вокруг, ничего нет. Пошел погулять. Народу вокруг никого нет, никто не тронет. Тут миляк посередине Волги. Не совсем посередине. Опа, свал какой. Между лунками где-то 3 метра. Ого. Между лунками 3 метра и свал где-то такой 2,5-3 метра. Сейчас посмотрим. Хорошее место. Постовушки стоят, кивки вроде не шевелятся, рыбы нет. Скорее всего, вот отсюда я начинал буриться и ушел туда, в сторону Чувашки. Ну, Чувашка — это база отдыха. Чувашка. Фу, я запарился. И лунок 50. Я, наверное, уже точно сделал. 50-е, наверное, стопудовое. Сейчас пустовушки надо проверить. Шумовка, шумовка. Ладно, без шумовки обойдемся. Кивки вроде стоят, не шевелятся. Я бросил и ушел. А тюлька вообще оттаял на солнышке. Сейчас очередная проверка. Никого нет вроде. Никого, ничего. О, чуть-чуть подморозило.
только на месте. Чисто, грязи нет, рыбы нет. Сейчас перенасажу. Еще, может, часика три вокруг полазил в другую сторону. Это о, вообще оттаяло все. Сейчас попробую еще подвесить ее, чтобы висела, чтобы на дне валялась. Стянула. Тяга все-таки есть. Вот. Чтобы грузил висел и тянул немножко. Еще все замело. Здесь тоже ничего нет. Вот поставушки стоят где-то часов с 8, наверное. Да, где-то часов с 8. 6 я вышел, пока дошел до Волги, пока сюда перебрался. В общем, я в одну сторону уже 5 километров намотал. Обратно, естественно, тоже домой пешком. Вот. Ну, десятка. Десятка у меня где-то за день уже получится. Это только по прямой сюда обратно. Ну, еще ходил так. Как говорится, влево-вправо. А здесь тоже ничего нет. Тоже тюлька на месте. Тоже чистая. Странно. Грязи нет, рыбы нет. Вообще непонятно, что творится. За весь день я просто ни одного удара не видел. В основном гоняю Lucky John 45H. Глубины 3, 4, 5. В одном месте 7 метров. По свалу походил. 0. Просто 0. Я не знаю, что делать. Бершатники в 10 часов домой уже потянулись. Сейчас вот тоже там внизу сидят. Ну, народ уже больше шести метров. По карте 6 метров показывает. Сейчас по этому бугорку еще похожу. Такой бугор идет вдоль течения хребет. По нему немножко погуляю, наверное, и хватит. Сегодня камеру не взял. Погоду обещали пасмурную. Она, в принципе, и есть пасмурная. Под водой тоже темно. Ну, в плане того, что далеко не видно будет. Только вокруг лунки. Да. С 8 метров поднялся. 8 метров, 7 метров здесь. По карте 6 метров, то есть свал пробил, корягу нашел, а рыбу не нашел. Вот. В принципе, нет, вообще-то 6 метров есть, наверное. Вокруг глубины свалы такие. Вот здесь еще чуть-чуть поменьше. Просто вокруг уже глубины там до 10 метров.
Вот этот хребет такой интересный. Решил его побить. Посмотрим. О, в общем, решил собираться домой. Время 3 часа доходит. По рыбе сегодня ноль. Полный ноль. Я не знаю почему. Но... Вроде как бы и коряги есть, и перепады хорошие есть. Но не знаю почему. Рыбы сегодня не было. Вот. Погода хорошая, все хорошее, все располагает клево. Вот. Сама рыба не хочет клевать. В общем, что сказать? Километров 5 пешим ходом. Кстати, тубус для удилок, эта удилка разбирается, она 52 сантиметра, другая у меня 45. Недавно сделал тубус,